Значит, это делается примерно так. Берется кофемолка, накладывается туда 4 ложки зерен. У нас в средней прожарке. Шлеп. Так. Это крышка. Она надевается вот так. Тут есть кнопка. Теперь нам надо включиться в сеть. Разворачиваемся. Ну, там у нас имеется отдельная розетка. И таким вот образом я не знаю, насколько мелко его надо молоть. Но, по-моему, для этого надо мелко. Работает вот так вот, очень тихенько. Удивительно тихенько работает. Насколько мелко надо молоть? Мелко, наверное, да? Для этого я знаю, что вроде мелко. Вот такой вот тихий звук. Практически его и не слышно. Тише электробритвы работает, я бы сказал, да? Я делаю так в конце. Переворотик, чтобы все осталось в крышечке.